У 1583 році у Лондоні такий собі Річард Мартін застрахував життя такого собі Вільяма Гібсона на суму 383 фунти. Декілька століть минуло, і в Україні також страхуємо життя. Отже, які види страхування, на що треба звернути увагу при заключенні страхового договору, про це та інше говоримо із нашим експертом, консультант зі страхування Оксана Оберемок у нашій студії. Доброго вам ранку. Добрий ранок всім телезрителям. Я дуже рада вас привітати у нашій студії. Я хочу нагадати нашим глядачам наш номер телефону 47-74-72. Ви можете подзвонити до нашої студії, поставити нашій гості свої запитання просто зараз. А поки що у мене запитання, наскільки важливо ось оцей процес страхування життя? Знаете, все же относится, все понятия идут от того, как ты это все понимаешь. Дело в том, что вот сейчас время летних отпусков. Ну, я говорю, что всегда нужно страхование и зимой, и летом. Но люди готовятся к отпуску, продумывают тщательно свой отпуск с аптечкой, со всем, что можно только продумать к отпуску. Вот. Ну, так, самое и главное... маршрут, и маршрут, и да, взят, и харчи, конечно, и аптечка. Да, и некоторые люди планируют так свой отпуск, как не планируют свою жизнь, бывает. Вот именно время отпуска должно быть все четко расписано. Но самое главное забывают. Мы сами, люди, что вы делаете для того, чтобы предостеречь себя от... Не то, что предостеречь, мы не можем предостеречь. Случаи бывают, и мы не можем решить, когда они будут, завтра или сегодня, там, или еще через какое-то время. Но вы должны знать, что у вас есть страховой полис, в случае чего у вас есть эта материальная підтримка. Тобто не, ну, не дарма ще хто зна коли, декілька століть тому, конечно, вже люди попіклувалися про своє, ну, про забезпечення свого майбутнього у разі якогось нещасного випадку. Ну, а які ж види страхування зараз життя існують в Україні, можливо, найпопулярніші? Ну, завжди, ми завжди рекомендуємо, саме перше, основне, в компании есть на случай заболевания раком женских органов и на случай заболевания детей раком. Я всегда рекомендую своим знакомым и близким, это то, что мы должны иметь. Потом, значит, идет госпитализация, хирургии. Всегда, даже тот же самый обыкновенный аппендицит, но это может случиться с каждым. А представьте себе, что раз у человека случилось, и выплата получилась еще, это же приятно, и не так больно и обидно. Вот. Еще я хотела бы сказать, что, конечно, очень много ДТП у нас происходит, то есть несчастный случай, смерть при несчастном случае. Это все, конечно, неохота утром как бы грузить этим, но я считаю, что каждый человек должен хотя бы рисковую программу иметь. А чи є сезонні види страхування? От влітку щось там, наприклад, від сонячних опіків страхується, а от взимку від переломів на лижах? Ну, конкретно, как бы так нельзя разделить, что это летнее, это зимнее. Да, есть переломы, ожоги. Такая программа есть. Там берется потом процент, когда идет выплата, от того, насколько поражен участок кожи, допустим. Есть еще телесные ушкоджения программа. И если вы застрахованы и на телесные ушкоджения, и на переломы, ожоги, то вы получили, к примеру, ожог, считается уже от 2 квадратных сантиметров. Вы получите выплату и по той программе, и по той программе. Вот. То есть, смотрите, были случаи, когда человек был застрахован и по первой, и по второй программе, и еще и был застрахован хирургично в тручане, и там тоже ожоги, а он получил ожоги голени, солнечный ожог, начинается со второй степени. Ну, наверняка. Заснув на пляже. Наверное, да. Он был за границей, ему посетил больницу, получил справку, приехал на территорию Украины, эту справку предоставил в компанию и получил выплату. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, на що треба звернути увагу? Зараз чимало компаній
надають страхові послуги, але бувають і не зовсім певні компанії. От на що треба, щоб людина, яка заключає страховий договір, на що треба їй звернути увагу, щоб вона була впевнена, що вона кошти у разі нещасного випадку страхового отримає? От на що треба звернути увагу? Ну, всегда есть в интернете информация, рейтинг страховых компаний. И я думаю, что всегда можно зайти и посмотреть. Вот. Компании разные, конечно, бывают. Но я сейчас смотрю такую тенденцию, что уже сейчас все очень как бы прозрачно, и все работают честно и добропорядочно. То есть единственное, что может быть конфуз, что, опять же, по ожогам. Ваш ожог меньше, чем 2 квадратных сантиметра. Человек-то думает, я застрахованный, я уже имею право получить выплату. А на самом деле есть такие нюансы, о которых, когда вы заключали договор, вы не знали, что ожог должен быть больше, чем 2 квадратных сантиметра. Вы поняли? Так что смажив кабачки и брызнула олія. Конечно, выплаты не будет, поэтому вот так вот. Треба уважно читати умови договору. Конечно. А все страховые компании, которые у нас работают на Украине, они все проходят государственный контроль, как бы сказать. И поэтому шарлатанов быть не может. Чи бывают у вас курьезы при заключенні договорів? Якісь цікаві, можливо, випадки, на що б ви могли звернути увагу? Ой, знаєте, що найцікавіше? Когда начинаешь говорить, что вот особенно своим подружкам, давай застрахуемся на случай заболевания раком. И происходит вот такая бешеная реакция. Ты что? Я даже не хочу слышать. Я даже не хочу думать об этом, чтобы оно ко мне не притягивалось. То есть существует вот это суеверие, которое мешает жить. У 1583 році пан Вільям Гібсон не переживав, що він щось притягне, якісь неприємності, а у 2018-му люди бояться, що вони надумають собі якусь хворобу і не хочуть страхуватися. І ще одне, тоді перший страховий договір був на 383 фунти. Наскільки дорого зараз страхувати своє життя? Від у яких рамках? Ну, якщо брати просто ризикові програми, от те, що я перечисляла на случай рака, госпіталізація, хірургія, переломи, ожоги, можна підібрати програму, починаю від 2 тисяч в год. Ну, представьте собі, це в місяць чуть менше 200 гривень. Поэтому я считаю, что это по карману каждому. Нужно купить и быть спокойным, что на случай вдруг что-то такое произойдет, то у вас есть такая вот небольшая поддержка. Я дякую вам за консультацію. Я думаю, що наші глядачі отримали цікаві поради і доречну ранкову інформацію. Ваші побажання для наших глядачів. Да, дорогі телезрителі, я від всієї душі желаю вам крепких сил, здоров'я, процвітання для нових свершень. И чтобы этот термин «страховой случай» остался где-то там на бумаге.